Ну а сейчас, друзья, собственно, то, за что любят Таргу. Зажимаем кнопочку. И посмотрите, какая начинается у нас. Волшебство начинается, не побоюсь этого слова. Отъезжает стеклянная крыша. Прячется брезентовая. Оп, доп. Элемент возвращается назад. И постепенно вот эта стеклянная, просто нереально крутая крыша, возвращается обратно. Ну и давайте сделаем обратный процесс. Ну-ка, смотрите, как это выглядит со стороны. Ну просто какой-то фантастический корабль. Ни больше, ни меньше. Ай, какая красота. Смотрите, кстати, далековато ключ бьет по дистанции. Неплохо. Оп. Вот теперь, друзья, кто из вас не был в курсе, теперь вы знаете, за что любят 911 в кузове Тарга. А вот за эту вот фишку нереальную. Всем привет со Смотры и респект. А в этом ролике давайте с вами посмотрим, насколько детализированно отделан интерьер 911 Тарги. Вот посмотрите, допустим, взять вот эти вот шикарные ковши. Даже сзади, смотрите, сзади все тоже пошито в кожу. Вообще красотища. Внимание к материалам здесь просто высочайшее. Здесь, смотрите, руль тоже у нас. Все пошитенько. Везде качественные материалы. Просто супер, ребят. В этом плане, конечно, Porsche. Это топчик. Здесь у нас при желании вылезают подстаканники. Ой, какая красота. Ремни у нас цвет кузова. Из фишек. О! Кантарка здесь, в общем. Высочайший интерьер, друзья. Пишите, сколько даете такому интерьеру от 0 до 10. Думаю, десяток и девяток будет немало. Ибо заслуженно.